Ноутбук Acer серии Aspire 2930 – это ультракомпактная стильная машина, обладающая при этом мощными вычислительными характеристиками. Она будет незаменима в дороге благодаря своим небольшим размерам и весу, а высокопроизводительная платформа Centrino 2 позволит эффективно работать со многими ресурсоемкими приложениями. При создании формы Aspire 2930 дизайнеры руководствовались эстетикой Gemstone, фирменного стиля Acer, воплотившего в себе практичность и утонченность. Глянцевая поверхность крышки дисплея напоминает черный мрамор с мелкими серебристыми вкраплениями, а лаконичный интерьер машины радует своей продуманной эргономикой. При этом время автономной работы компьютера может достигать 3 часов. Для полноценного интернет-общения ноутбук оборудован модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Стоит также заметить, что в некоторых моделях реализована поддержка WiMAX. Наличие встроенной веб-камеры с микрофоном пригодится при проведении видеоконференций или видеочате. А внешнюю акустическую систему можно будет легко подключить через цифровой аудиовыход SPDIF. Также Aspire 2930 оборудован портом-репликатором для подключения к док-станции, что позволяет значительно расширить его функциональность или даже заменить массивный настольный компьютер. Резиновые выступы, расположенные на рамке дисплея, защищают его поверхность от контакта с корпусом. Несмотря на компактные габариты лэптопа, его клавиатура с жестким основанием такая же удобная, как и у более крупных собратьев. Все клавиши собраны более кучно, и только некоторые из них немного уменьшены в размере. Тачпад имеет слегка шероховатую поверхность, значительно упрощающую управление курсором. Однако его функциональные клавиши могут показаться слишком миниатюрными. Впрочем, для ультрамобильного лэптопа это простительно. Кроме этого, тачпад имеет еще и сканер отпечатков пальцев для эффективной организации доступа к ценной информации. На верхней части корпуса также расположены кнопки быстрого запуска приложений, кнопки переключения беспроводной связи, кнопка включения питания и индикаторы состояния системы. На фронтальной стороне расположены аудиоразъемы, индикаторы питания, колесико регулировки громкости и считыватель карт памяти стандарта 5 в 1. Слева находится порт VGA, порт док-станции, розетка локальной сети, порт USB и слот экспресс-карт. Справа расположены два порта USB, панель оптического привода, розетка факс-модема и разъем подключения питания. Сзади находится решетка системы охлаждения и отверстие замка Kensington. На днище корпуса расположены фиксаторы батареи, отсеки жесткого диска и оперативной памяти, а также решетки вентиляции. В комплект поставки входят сам ноутбук, шнур с блоком питания, батарея, справочное руководство и фирменные наушники.